Здравствуйте, в эфире прогноз на сегодня. Не первый день над Уралом кружит антициклон. Он по-прежнему опекает нас от дождей и непогоды. Днем, благодаря таким условиям, воздух сможет еще лучше прогреться. В Челябинской области небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. В Верхнем Уфале и Южноуральске температура плюс 26. В Златоусте и Сатке 27 градусов. Около 28 сегодня в Троицке и Карталах. В Магнитогорске почти 30. В Челябинске преимущественно ясная сухая погода. Ветер юго-восточный со скоростью 2,7 метров в секунду. Сегодня днем в городе плюс 25-27, атмосферное давление выше нормы. Данные о погоде предоставлены центром ФОБОС. Хорошего дня! Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр «Капитоль».